Всем-всем привет! Вот мы и дождались. Мы открываем новый эльфийский сундук. Устраиваемся поудобнее. Приятно всем просмотра. Аппетит или спокойной ночи. Не забывайте подписываться на канал и рекомендовать друзьям. Брать вкусняшечки. Под теплое одеялко, раз уже у нас холода наступают. Обновлений пока игры нету. Но мы ждем с нетерпением. Подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. Хотите дружить со мной в соцсетях или поддержать канал? Все ссылочки будут в описании под видео. Вот такие нам плюшки прилетели. Но давайте же вспомним, как это было раньше. Что нам попадалось? Ух, я про эти очки-то и забыл. Давайте точно вспомним, как они называются. Я про них совершенно забыл. Совершенно. Параметры игрока. Последний нам, кстати, не очень-то сильно везло. 13 золотых. Ну и наживка, конечно же, вец неплохая. Это был первый эльфийский сундук, второй. Ух ты, перка сколько. Ну и тут, в принципе, золото 10. Неплохо. Этот совсем эльфийский сундук расстроил нас. Хотя, в принципе, 24 очка перка был неплохо. Неплохо было. Но в целом, да, расстроил. Следующий эльфийский сундук 18 золотых. Кстати, очень даже неплохо. Здесь у нас совсем все печальненько. 5, 20, да совсем даже наживки печальные. Эх. А это, наверное, у нас последний идет, да. Эльфийский сундук. И то, ну, кроме, конечно, большой живец, мне очень-очень, в принципе, сильно пригодился. Ну, посмотрим, что у нас будет сейчас. Открываем наш новый эльфийский сундучок. Ёперный балет. Я вообще расстроился. Ну, ничего хорошего, друзья. Ну, просто ничего хорошего. Эх. Ладно. Что мы сейчас будем делать? Давайте очки все сюда забьем. Расширяем наш сундучок. Ой, сундучок. Тьфу ты, блин, садок. До 122 килограмм. А для чего это все делал? Я готовлюсь потихоньку посетить локацию. Да как же она называется? Лохнесс. Чтобы поймать лохнесское чудовище, которое у нас... Фу-фу-фу. Чудовище. Ах, где оно? Озеро Лохнесс. Это я не там смотрел. Чудовище Лохнесское до 450 килограмм. Ой-ой-ой, это очень много. Ну, вот такой вот у нас сегодня получился сундучок. Я расстроился опять. Опять нам не очень-то сильно везет. Ну, будем ждать следующего. На сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.